Изучаем руническую письменность. Ко дню чувашского языка национальное телевидение запускает серию познавательных видеороликов. С виду просты, но удивительно многозначны и емки. Своеобразной графикой, сложившейся в форме рунического письма. В далеком прошлом, как и многие другие народы из древней культуры, пользовались и чуваши. В народе рунические письмена были распространены очень широко. Воспроизводились они на различных предметах, материалах и в различной технике. Каждый символ – тайна, раскрыв которую, приближаешься к древним корням своего народа. В эфире национального телевидения Чувашии мы начинаем изучать многогранные значения рун. Серия роликов посвящается приближающемуся дню чувашского языка. И этот знак наши предки понимали как солнце. Наши предки его понимали как божество. Поэтому у нас выражение есть, до сих пор сохранилось в народе, арсин мы говорим. Это у нас мужчина, да? Да.